Добрый день, сегодня у нас 520-я Nokia. И решение самой простой проблемы, наверное, на ней, и самой частой, это замена кнопки, которая постоянно почему-то ломается. Открываем телефон. Я думаю, на все про все у нас уйдет около 5 минут, не больше. Болты разные, обращаем внимание, по углам саморезы, не надо их путать. Снимаем заднюю панель. Вот она у нас, наша кнопка, которая отсутствует. Две кнопки звука и кнопка включения. Она просто отломалась. Почему-то постоянно она отламывается. Снимаем плату. Добавляем флюс. Берем новую кнопку, просто берем паяльник и припаиваем. Так просто, ничего сложного. Это может сделать любой. Все. Собираем. Застегиваем шлейф. Ставим панель. Включаем телефон. Все работает. Закручиваем телефон своими болтами. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Удачного дня.